Всем привет! Сегодня у меня покажу вот такой вот светильник. А вы думаете, а что такое? Светодиодный светильник, обыкновенный, но у него случилась такая проблема. Неисправен вот этот светодиод под номером 34. Вы видите такое сильное мерцание? Да. Я его тоже вижу. Вот он встал, то он срабатывает, то он нет. Светильник на 32 ватта, Союз. А вот у меня еще одна лампа. Умирающая, еще одна. Филипс, кстати. Кстати, эту лампу я тоже менял в том же магазине. Кстати, она в том светильнике не работала. Но я покажу ту лампу вместе с работой с светильником Armstrong, Nordic Leaf. Но сначала я покажу одиночный запуск. На это я, заранее пробовал. Нет, дохлый номер. Вот, видите, уже весна уже у нас. Я даже вот вентилятор достал. Орбита. Мастерски одной рукой делаю. Постель не запомнил, потому что был... Просто помогал. Там, где я был в одном еще месте, я видел такой светильник. Как бы советский исполин. Вот там вот. Он реально. Да ладно. Ну сейчас я. Это вы узнаете. Спинки. Я сейчас сделаю другое видео. Всем спасибо за просмотр. Продолжение следует.